też na pauzu. Димас, сюда! Дим, может, сюда подойдешь? Тут двигатель будет слышно. Куда мне? А, вот все. Ты ж свое лицо еще не полил? Не полил. А помнишь, ты это спалился? Голос только спалил. Свое лицо я только если спалил этого. Кроме лица. Вот долбаная бутылка, блин. О, еще одна скания. Смотри, еще одна скания. Только у меня линк тоже. Только уже на 53-м, по-моему. Это 53-й, да. Это 53-й, да. И она, видишь, без гроба. Ну, наверху гроб. Уже, знаешь? Ух ты, что тут прикольный этот зумер, прикольный. О! Штаночки. Звук охеренный. Смотри, здесь отоплитель. Отоплитель. Топитель заработал. Включили, видимо, для нас. А у тебя, кстати, какой телефон? Samsung. Samsung? Понимаю, у меня тоже Samsung раньше был. У меня был старенький. 5, 5. Нет, старенький, еще старше. Сейчас у меня Realme Narzo 50A, поэтому... Когда я себе купил этот телефон, поэтому и начал, ну типа, купил и начал снимать сразу, практически. Сорян, вы упали. Бывает такое. Слушай, я, кстати, свой профиль же на СТС создал. Видел? Видел. А у тебя же тебя же на СТС нету? А чего не зарегистрируешься? А, на СТС? Да, на трансфото. Я только его вчера создал, по-моему. И у меня вчера компьютер крякнулся. О, топ сайт, да? Слушай, у тебя невольно твоя вот это отражение спалило твое лицо, само отражение, а не ты. То есть поздравь.
Да, то есть ты у меня видео будешь, получается, с лицом. Что сказать-то? Может быть, и я у тебя даже спалился. Ну тут, кстати, я поезд вот засел, когда шел. Да, это я тут вот поезд заснял. Я здесь тоже когда снимал. А? Я здесь тогда тоже снимал. А ты не болеешь? Нет, я просто поперхнулся водой. А у тебя памяти сколько в телефоне? А? Памяти сколько в телефоне? Вот у меня 100 с лишним гигабайтов встроенной памяти. И еще 30 было гигабайтов на флешке. Хотя я у тебя с корзины все удалил. Я пока еще корзину не чистил. Надо почистить. Я уже почистил, потому что у меня было много видео, поэтому... Самый короткий маршрут для шапки это 11. Мы сейчас мы вот тут разгоняться будем очень сильно. Как тепло стало. У меня ноги хоть согреть. А смотри, этот на аварийке встал. 11 на аварийке встал. Это он в депо, видимо, поехал. Легендарный троллейбус, который раньше работал на десятке. Встроенный вибратор жопы. Реально, вот встроенный вибратор. У меня аж камера трясется. А вон канатик опять подъехал. Спрятался опять. Thank you.
едет короткий, по-моему. Нет. А, да, 206, да. Короткий масс. Масс коротыш. А тут, кстати, сейчас может быть Жека снимать будет. Поезда снимает. На этом. Если ты знаешь такой канал в Ютубе МГТВ Жека 6.ком. Нет. Вот подпишись, я тебе скину потом. Да вот, он вот тут сейчас может поезда снимать на этой, на лестнице. Жека, тебе привет. Будешь смотреть это видео. Опять этот встал. Не знаю, может быть. Вот у меня вот в этом вот углу экрана, вот тут вот, примерно, твое лицо сейчас палец. У тебя тень вот отсюда вот. Вот отсюда вот моя тень, рука. И вот примерно там же твое лицо. Что сказать? Спалился. А вот там он сейчас может быть на станции снимает что-то. Или где я говорил ранее. И ведь же ты это все потом в YouTube выкладываешь, да? А что это там, вроде бы что-то троллейбус проехал или нет? А, не, показалось. Не-не-не, показалось. Показалось. Мальчик сам сказал, Вася. Ну, может быть, по этому маршруту обычно по 11-му они выезжают. Из ЭПО. Простой маршрут, он для новичков обычно. Типа учатся они на 11-м, а работают потом уже, когда выучились, на 7-ке обычно сначала. Потом уже 11-й, по-моему, идет. И уже там 5-ка, и в конечном счете 10-ка. О! 491, ой, да, 491 проект. Ты в каком классе учишься? В четвертом. А должен быть в пятом. Почему? Потому что я не учился читать. Понимаю. На второй год остался, да? Наверное. А на второй год не остался. Я тебя старше на целых 4 года. Тебе сколько? А, ну тогда на 3. Слушай, правда, ты в 5-м должен быть. А над нами сейчас железнодорожные пути только что.
да, железнодорожка. И там никого. Ну, вот никого. Тут. Тут очень редко кто ездит обычно. Тут, кстати, по-моему, какая-то раньше это. Вон, смотри, рога наверху. Были. Тут, по-моему, какая-то конечка раньше была, потому что, видишь, эти крепления были. Вот тут. Тут раньше конечка какого-то троллейбуса была, видимо. Шестерки? А? Шестерки, наверное. А типа такого раньше троллейбуса типа того не было. Был. Откуда знаешь? Рассказывал гибридный маршрут 6. Понятно. Это примерно как сейчас пятерка. У нас же сейчас пятерка получается. Это как до третьей. Оно едет как пятерка обычная, а потом, ну нет, ну там до какого-то. Еще опять вибратор включился. Я так почему-то хочу очень сильно деньги получить, я имею в виду какие-нибудь, откуда-то взять деньги и прокатиться хотя бы чуть-чуть на Лиазе, в этом, на гармошке Лиазе. Почему-то очень сильно хочу. Вот если из автобусов брать. А если брать из троллейбусов, то я хотел, вот до этого времени я хотел прокатиться на любом троллейбусе, в котором ДТА 1У1 стоит. Кстати, я 62-13 остался только в Великом Новгороде и в Саратове. Это Лиаз, что ли? Да, 62-13. Дальше. А у нас же еще Икарус этот, последний, 283-й. Всего три гармошки Икарус. У нас? Ну да, у нас два 280-х, это один в коричневом таком окрасе с зелеными полосками, а второй в белом окрасе с красными полосками. Ага. Я один 283. А? Я один 283. Я вот за лето встретил только два, ну то есть... Я тоже два встретила. Ты встретил уже какой? Два? Каких два? Ну... С планетарными дверями или ширмами? Два, это Икарус 280. А, два Икаруса 280. Я встретил один Икарус 280, который коричневый, и один Икарус 283. То есть, а 283, кстати, это очень редкий. Он последний у нас.
кстати, какой мост стоит, не знаешь, мост за ним? У кого? У этого троллейбуса. Потому что я знаю то, что у... Потому что знаю то, что у большинства адмиралов стоит мост китайский ЗФ. Какой-то там. Уже нет на остановке кольца? Ой, на кольце уже нет остановки? Видимо, мы прямо сейчас сразу поедем. Че, сломался? Я слышал, сказал, что это конечное. Не, ну что сказать, классно. Зашибись. Что сказать, встали. Куда едет? Может, нам на том как раз и до музея не ходим. Получается тут конечный, ну то есть тут он больше не останавливается уже. Видимо. Конечно, назад поедет. Прикольно, но замерзнет. На пятый год. Уже не поедет. Он поедет назад? Поедет, поедет. Но сначала мы проверим салон, отметим, что дисплей, а потом тоже.